Здорово, парни! Сегодня я хочу показать вам очень хорошее ленинградское упражнение. Называется оно «Дуэль Тора и Локи». Для этих целей нам понадобится вот такой ленинградский мьёльнир, замечательная кувалда. И выполняется упражнение следующим образом. Ровно в полдень или в 12 часов дня вы занимаете исходную позицию и ждете Локи. Когда он появляется на горизонте, появляется он обычно после 12 вдоха. Ну, после 20-го точно появится. Вы выхватываете ваш мьёльнир и целите Локи точно в глаз. Выполняете упражнение 10-12 раз. Если вам понравилась эта методика тренировок, приезжайте в Центр абсурдного досуга имени Жерара Депардье, что находится в городе Санкт-Петербург. Звоните по телефону 8-962-682-6606. Пока. Было приятно для вас работать. Ставьте лайк и рассказывайте друзьям, если понравилось видео.